КАМАЗ пришла полгода назад. Раньше работала в частном предприятии и захотела что-то поменять в своей жизни. Пришла на большое предприятие. В рабочие обязанности входит организация транспорта до работы и с работы, то есть вахтами занимаюсь, жильем, обеспечением жилья для работников и культурой. С детства занимаюсь танцами. Тягач КАМАЗа – очень большая, красивая машина. Когда я в первый раз в цеху увидела, я остановилась и зависла, так скажем. Месяца два, ну, наверное, назад первый раз увидела. Если бы умела водить машину, я бы хотела прокатиться за рулем КАМАЗа.